Друзья мои, сегодня состоялось заседание, первое заседание Оргкомитета «Русский марш 2020». На нем приняли участие представители четырех организаций, русских национальных организаций, которые, собственно, и хотят стать во главе данного русского марша. Приняты основные решения и принципы, по которым, в соответствии с которыми мы будем проводить наш русский марш в этом году. Это принципы соответствия нашей изначальной цели, в рамках которой мы с первого дня проведения этого русского марша ориентировались. В первую очередь это, конечно, почтить память Казанской иконы Божьей Матери, то есть это православный праздник. Также это память о преодолении русской смуты на территории нашей страны в 17 веке. Это память, это почтение памяти подвига наших великих предков, естественно. Также это русский вопрос, как, наверное, самый значимый и важный сегодня. Это русский вопрос, вокруг которого сегодня, в общем-то, крутится вся ситуация и все проблемы, возникают все проблемы на территории нашей страны. Наш русский марш, наш оргкомитет по проведению русского марша открыт для присоединения всем комплементарно настроенным силам и организациям, всем силам, которые именуют себя русскими и, безусловно, правыми русскими. То есть здесь надо четко поставить границу, что мы говорим не о каких-то самозванных русских, которые могут поддерживать и сегодняшнюю власть, и либералов, и леваков, и коммунистов. Нет, русский – это правый. Правый русский – это значит тот русский, который действительно понимает, кто он есть, кто он ментально, за что, за какие ценности и во имя какой идеи. В ближайшее время, в начале следующего месяца, мы планируем следующее заседание нашего оргкомитета.